Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Напишите имена в комментариях, чтобы мы помолились за вас и ваших близких. Поделитесь этим видео с человеком, который нуждается в этой молитве. Господи Боже, великий Царю, безначальный, пошли, Господи, архангела Твоего Михаила на помощь рабу Твоему. Имя, изъять имя от враг моих видимых и невидимых. О Господень Михаиле, архангеле, демонов сокрушителю, запрети всем врагам, борющимся со мною, сотворите их, яко овцы, и сокруши их, яко прах пред лицем ветра. О Господень великий архангеле Михаиле, шестокрылатых первый княже и воевода небесных сил Херувим и Серафим, о угодный Михаиле архангеле, будем и помощник во всех обидах, в скорбях, печалях, в пустынях, на распутьях, на реках и на морях, тихое пристанище. И избави мя, великий Михаиле архангеле, от всяких прелестей дьявольских, егда услыша мя грешного раба Твоего, имя, молящегося Тебе и призывающего Тебя, и призывающего имя Твое святое, ускори на помощь мне и услыши молитву мою, о великий архангеле Михаиле. Победи вся противящаяся мне силою честного и животворящего небесного креста Господня, молитвами Пресвятые Богородицы и святых апостолов, святого пророка Божия Илии, святителя Николая Чудотворца, святого Андрея Юродивого, святых великомучеников Никиты и Евстафия, преподобных отец и святых святителей, мучеников всех святых небесных сил. Аминь.